В ноябрьске снизился общий показатель преступности. За три месяца 2013 года отделом ОМВД было зарегистрировано 446 преступлений. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель был хоть и незначительно, но выше – 451 преступление. Тем не менее, отмечен рост тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Более чем на 30% увеличился показатель преступлений, совершенных подростками. За прошедшие три месяца сотрудниками ОМВД выявлено более 25 тысяч административных правонарушений, львиная доля которых – это несоблюдение правил дорожного движения. Почти 200 водителей задержаны в состоянии алкогольного опьянения. Более 7 тысяч привлечены к ответственности за нарушение скоростного режима и порядка 1300 наказаны за несвоевременную оплату штрафов. Таковы итоги работы сотрудников ноябрьской полиции за первый квартал текущего года.